В привокзальном районе одно за другим прогремели два события. Открытие самого большого игрового комплекса района и День государственного флага. День российского флага. Это праздник нашей великой, сильной и независимой страны. И наш триколор, который гордо развивается и реет на всех официальных государственных зданиях. И мы очень любим использовать его в качестве атрибута поддержки на соревнованиях, на разных городских мероприятиях. Это очень важно, любить свой флаг, любить свою родину, любить свой любимый город. И знаете, в рамках программы реализации мэра, программы главы Новоуральского городского округа, одним из хороших знаковых проектов этого года стало открытие детской площадки на улице Мичурина. Сегодня данная площадка является местом притяжения, потому что когда мы 11 числа приехали сюда с комиссией, и мы видели, как подъезжали машины, и родители, в общем-то, высаживали детей, и дети ехали с всего города. Это дорогого стоит. Еще раз хочется поблагодарить всех, кто принимал активное участие в строительстве этой площадки. Но самое главное, давайте бережно относиться к тому, что мы имеем. И такие площадки должны еще в городе появляться. Ну и в заключение хотелось бы пожелать вам здоровья, мира, добра. Всех гостей праздника ожидала концертно-игровая программа. Новые впечатления и море улыбок. Участие в мастер-классах, состязаниях и просмотр выставки. Солнечный воскресный день оказался насыщен событиями, а праздничные мероприятия прогремели на весь город. Еще раз, все эти звезды, все это сияет для вас. В Новоуральск даже приехал профессор Атом, который устроил для ребятни настоящее химическое шоу. Было все – сухой лед, самодельная газировка, колбы и пробирки. Показ оружия и амуниции представил военно-патриотический клуб «Крылатая гвардия». Спортивные конкурсы организовали клубы «Дружба» и «Орленок». Городской клуб «Уют» ждал всех на фотоквесте. А с клубом «Романтик» новоуральцы рисовали триколор мелками на асфальте. Мы сегодня пришли на праздник, я и мои двое деток младшие. Конечно же, праздник замечательный, посвящен Дню российского флага. И очень замечательно, что он празднуется в таком позитиве, в такой приятный, хороший солнечный день. И так много людей имеют возможность присоединиться к этому празднику. Радость детям, счастье, удовольствие. А какой праздник, знаешь, собрал всех здесь? Ну, это открытие площадки и День российского флага. Поздравляю всех с праздником, чтобы вы радовались, жили и процветали. Замечательный праздник организовали. Мы, в общем, просто проходили мимо, услышали музыку, подошли. Очень интересно, особенно понравилось с фокусами и химическими экспериментами. Дети были в восторге. Спасибо администрации за этот праздник. Мне хорошо праздник. А что увидела, расскажи, пожалуйста. Российский флаг. А какого он цвета? Белый, синий, красный. Пока все замечательно, но подошли только что. Почему решили прийти? Слышали. Пришли на звук, так сказать. Ура! Поддержать своих детей, они у нас сегодня выступают. Где выступают, чем занимаются? Они ходят в КСП «Признание». Все прошло прекрасно. Праздник очень фантастический, ребенку все понравилось, мне тоже понравилось. Выступления у тут деток очень были хорошие. Конкурсы мы поучаствовали, вот выиграли. Что ты выиграла, расскажи. Я выиграла шарик и ручку. Валерия Конева, Николай Ларионов, «Объектив. Итоги».